Выбирает огромное количество по чужим счетам. Великолепная передача. Какая тонкая скидка сейчас получилась. Как сделал все Андрей Кащеев. Чуть ли не спинным мозгом прочувствовал входящего Элигара. И очередной шедевр, очередной элемент ультра-си. Слэм данк! Вполне возможно, что решили определить, что именно он должен сдержать проект Элигара. Но это не совсем получается. Сразу же мы в розыгрыш двойки. Отличный бросок сверху через десятку. Вздыхалкин заворует сейчас под получение. Был Элигар, великолепный пивот. Разворот на левой ноге. И какой удар сверху. Браво. Здесь первый блокшот в сегодняшнем матче. Фрэнк Элигар ставит. Тейлор, перехват совершает Элигар. Одной рукой вколачивает мяч в кольцо. Здорово! Ну, наконец-то прошел этот парашют заворуеванно Элигара на этот раз. Две атаки подряд завершает отличным танком. Неси наращивает преимущество. Сейчас Элигар еще один блокшот ставит Нелюбову. Сергей Карасев и Мбакве на площадке. Ух, какая комбинация! Шикарная Енисея проходит. Ух ты! Находит Элигара в трехсекундной зоне и снова Фрэнк! Взрывает мозг нейтральных болельщиков сокрушительным амплитудным броском сверху! Ситуация для шведа, конечно, только в радость. Наконец-то заворует. Прекрасная передача. И Элигар колотит сверху через Дмитрия Соколова. Давным-давно зажигал в нашей лиге еще в составе рижского ВФБ. Элигар!